to děláme tak stejně. Мы здесь, в общем, приехали опять на наш плац забав, на салу забав, точнее. Анька, тут маленький ребенок у меня, да? Смотрите, какая прикольная. Я, по-моему, уже ее когда-то показывала, но мне здесь очень нравятся диваны в голубом цвете с розовым. Просто шикарно смотрится. Классная площадка для детей. Здесь очень классно проводить тоже разные мероприятия, то есть детские дни рождения, да, прикольно. И здесь очень большие. Еще одной денежки такой нету, 2 злотых надо. У меня нету, Аня, именно 2. Надо 5 поменять. Вот, и здесь для детей очень круто. Здесь горки большие такие есть, вот там. Ладно, не буду заходить. Высокие. Играем в такую игру прикольную. Стреляет водой по каким-то там чудикам. А я пока сижу. Буду пить кофе. Здесь купила чипсы веганские, такие полезные. Ну, полезные, по крайней мере, не вредные. Написано органические по вкусу, но может быть, скажем так, тоже солененькие с какими-то там вкусовыми добавками. Но это не с картошки, а как вафельки, просто хрустящие. Аньке йогурт, лол тоже у нас вошел. И какие-то батончики без сахара, какие-то тоже веганские. В общем, переходим на полезную еду. Представляете, какая коза. Она согласилась фоткаться только за монетку для игры. А так не хотела. Это что за... Как это называется? Скажи мне. За коза. За коза? Захотела только за монетку. Да? А разве так можно? Нет. Говорит, дай монетку сыграть. Сфоткаемся, да? Всем привет. Никогда не догадаетесь, куда же мы едем. Да, в зоопарк. Знаете, у нас как фильм с легким паром. Каждого, 31 декабря каждый год мы ходим в баню. А у нас, получается, каждую весну мы ходим в зоопарк. А потому что здесь в Польше очень классный зоопарк в Варшаве. Один, по-моему, из самых больших в Европе. И когда мы туда приходим, то, глядя на животных, не хочется плакать, не хочется их пожалеть, потому что у них для каждого животного место, клетка его, да, даже клеткой сложно это назвать, это не клетки, а вольеры большие, и у них очень большая территория. И получается, вольеры, что... клетки. Ну, это не клетки даже, Анюта. И у каждого животного как бы оборудовано под его природные потребности, да. А еще зоопарк сам выглядит как огромный-огромный парк. Там можно поесть мороженого, посидеть, покушать. Сделаны такие как бы кафешки, да, на улице. Можно просто погулять, поездить ребенку на велосипеде, на самокате, подышать воздухом, в конце концов. И вообще просто еще плюс к этому посмотреть на животных. Так что там очень интересно. Кто не был, еще советую, конечно же, сходить. Покупаем билетики. Смотрите, вот мы только зашли, получается, и вот это, я надеюсь, видно, аж туда вдаль, это все идет зоопарк. Территория зоопарка по прямой, и тут по бокам одна улица и вторая улица, точнее не улица, а улочки. Вот там все звери находятся с той стороны и с той стороны. Вот такой он здоровенный. Мы сразу зашли со стороны фламинго. О, красивые! Красавцы! Видите, какие здесь огорожи просто для фламинго? Их, в принципе, вроде нет. Они как на свободе гуляют, только кустики и очень низенькая сеточка какая-то. А вот и все.
Ой, а что это? Кто это? Орел. Это орел, мама. Нет, это не орел. Смотри, какой большой. Видите, а те, кто летают, то у них просто высокие сетки. Но тоже, в принципе, им там комфортно, я думаю. Потому что не голые бетонные полы. А крылья как раз падают, там, я не знаю, метра три, наверное. Да? А, какая красота! Здесь уже зацвело дерево какое-то. Я, правда, не знаю, на что это похоже. И что это может быть, но уже так классно. Здесь какие-то утки-лебеди у нас. Видели такое чудо природы? Какой-то куст, но эти березовые почки на нем. Или как березовые почки? Смотрите, кучерявый кустик. Красиво уже, очень красиво. Видите, в принципе, как я и говорила, получается один большой огромный парк, в котором можно просто гулять. Совы? Вот, да. Иди сюда. Иди посмотри. А тут есть крылья, да? Да. Но летать они не умеют. Они плавают очень быстро. Греются на солнышке, балдеют, стоят. Здесь у нас кенгурюшки. Травку кушают. Ух ты, один маленький в кармане сидит у нее. Класс, вот в этой ближней. Не знаю, на камере, наверное, не видно. В кармашке там сидит такой малыш. Класс. Сейчас я попробую приблизить. Видно? Травку кушает. Как я уже говорила, здесь очень много в зоопарке находится таких кафешек. Такого типа на улице. Вот. Мы решили тоже посидеть, возьмем кофе, выпьем. Аня заказала какой-то холодный чай и гофру. Сейчас мне сделают, позовут. Здесь мне номер написали. Когда будет готово, позовут. В общем, вот так уже у нас красиво. Зелено. И сегодня очень тепло. Особенно на солнышке. А павлины здесь просто гуляют. Не закрытые, кстати, в парке. Они никуда не убегают. Их здесь кормят. Поэтому им здесь хорошо. Вафля, или как здесь называется, гофра с клубничным джемом. Ради них я хожу в зоопарк. Они огромные, просто огромные. Правда, их все задолбали уже. Вон сидит красавчик, просто повернулся и все. Очень сильно. И думает, отстаньте вы все от меня. Спина какая, да? Широченная. Он нас теж видит. Co robi? Sobie tam stanie. A widzisz tego, co leży? Gdzie? O, śpi sobie na chałupie. Jonia, ty masz kurczkę moją. Polo. Trzymaj. Tak? Tak. Teraz idę.
Так там же открыто, по-моему. Нет, закрыто. Там крокодил отдыхает. Здесь жара просто невозможная. Просто как в сауне. Заходишь, и невозможно находиться долго. Хочешь забраться на него? Фу, какие страшные. Какой-то клещ огромный. Там какой-то паук. Ну так себе развлечение. Наверх? Белый медведь спит. Некрасивый. Что-то у него вода, кстати, очень грязная. Ну, вообще, да. И он любит воду. Любит, да. Ну, как-то так себе. Спит, видишь. Грязный какой-то. А это выдра спит. Они еще после зимы, по-моему, не подходили. Такая она милая мордочка. Тоже, видишь, все грязное. У него обычно вода чистая. Аня встретила ежика. Причем, ну, не как бы не в клетке в зоопарке, а просто он себе здесь забрел. Смотри, какой классный ежик. Только руками не трогай, они кусаются. Ежик это вообще хищник. Да? Да. Ну, прям кусаются. Мы сколько... Кусаются, у него зубы там... Я знаю, но мы сколько ловили, помнишь? И ни разу нас ничего не укусило. Понятно. Видишь? Клёво, как ты его нашла. Поздоровалась с ним? Да. Идем. У нас ничего тебе дать нет. Ты молочко любишь. Ежи очень любят молоко. Да? Да. Да, папа. Угу. Это Висла, здесь уже куча народа сидит. Кто шашлык жарит, кто просто отдыхает. С машины снимаю, пока проезжаем мимо. Правда, она что-то высохла, Дим, совсем. Ну или спустили. Совсем мало воды. Да снега почти не было. Ну что, мы только приехали из зоопарка, проходили там 4 часа. Или даже больше, по-моему. Ноги просто отваливаются. И... Резкая смена темы. У нас со следующей недели, по-моему, начинается забастовка учителей. В связи с тем, что они хотят побольше себе зарплату. И будут закрыты школы, если им не уступит государство и все-таки не сделает то, чего они просят. Закроют школы. Ну, учителя просто не выйдут на работу. И это касается детских садиков государственных. Поэтому я знаю, что один закроется точно, которого там знакомая ходит ребенок. А наш, не знаю, мы там уже не были, наверное, недели 3, потому что Анька с цаплями сидит. И в понедельник пойдем, в общем, узнаем. Так что не сладко, людям надо как-то на работу ходить тоже. И если реально это произойдет, то будет так себе, просто вся система нарушится. У нас сегодня весенний ужин, салат со свежей капусты уже, с редиски, с луком и с укропом. Обожаю такие весенние салаты. Котлеты из брокколи, кстати, делала первый раз, но получилось очень вкусно. Нежные, такие мягенькие, хорошие. И молодая картошка из... И молодая картошка. Сначала ее сварила, потом обжарила на сковородке в сливочном масле с чесноком и с укропом. Без мяса. И вкусно. Но Дима сказал, что зеленый вид мне его не привлекает. Он будет есть рыбу. From you and I.